Усердие в служении. Второе послание Коринфянам, 8 глава, 16 по 24 стих. Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. Ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование – и притом избранного от церквей сопутствует нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению, ибо мы стараемся о добром не только перед Господом, но и перед людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее, по великой уверенности в вас. Что касается Датита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей слава Христова. Итак, перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Размышление, часть первая. Пошли меня. Второе послание к Коринфянам, восьмая глава с 16 по 20 стих. Тит ни на кого не стал перекладывать эту задачу. Он с усердием взялся исполнять ее. Он как написано в Исаии 6:8, с готовностью откликается. Вот я. Пошли меня. Возможно, Тит подобно христианам, о которых шла речь во вчерашнем отрывке, жаждал получить больше истинного богатства. Он понимал, что того, кто отдаст время выполнению этого поручения, ждет много радости и желал сам ее испытать. Радость даяния, проистекающая в нас от любви Христа, побуждает жертвовать еще больше и временем, и денег. Как вы реагируете, узнав о чужой нужде? Ваша реакция, наверное, нужно помочь? Если так, то просите Бога наполнить вас своей любовью до избытка, чтобы она излилась на других. Размышление, часть 2. Честь или одобрение. Второе послание Коринфянам, 8 глава, с 21 по 24 стих. Необходимо тщательно проверять мотивы нашего даяния, будь то деньги или время. Мы слишком любим себя, поэтому добро легко превращается в идола. Радость даяния можно спутать с удовольствием от того, что люди нас оценили. Павел говорит коринфянам не о том, чтобы они стремились хорошо выглядеть в глазах людей, но старались бы о добром, дабы сделать все безупречно. В первую очередь нам нужно думать о Божьих, а не о человеческих стандартах – и, будучи служителями, проверять, соответствует ли наше сердце Его Слову. А потом, в рамках этих стандартов, можно обратить взгляд на общину, которой мы служим, и определить, что будет выглядеть достойно в ее глазах. Когда мы испытываем свое сердце во всяком деле, это мотивирует нас действием ради славы Божьей а не ради человеческой похвалы. Честно загляните в свое сердце и поговорите с Богом о мотивах, определяющих ваше участие в даянии. Испытываете ли вы радость от Него даже без похвалы окружающих? Молитва. Дорогой Небесный Отец, благодарю Тебя за Твою преизобилующую любовь ко мне. Пожалуйста, прости, что порой я ищу поддержки не в ней, а в человеческой любви. Пожалуйста, помоги мне утвердиться в том, что я могу чувствовать себя надежно только потому, что ты принимаешь меня и благодаря крестной жертве твоего Сына. Именем Иисуса Христа я молюсь. Аминь.